Дискуссии и решения. Программа «Европейнц. Европейцы». Гейдельберг. Старинный университетский городок в Германии. 140 тысяч его жителей решили вступить в борьбу Европы против изменения климата. Зеленую революцию в Гейдельберге возглавил мэр города. Каждую неделю он заправляет свой автомобиль сжиженным газом. Гейдельберг рассмотрел и принял различные способы снижения выбросов парниковых газов. В целом они такие же, как повсюду в Европе. Город стал частью общеевропейского проекта, который назван «Вера». Он получил поддержку европейской программы «Разумная энергия». Одна из задач – пропагандировать переход на возобновляемые источники энергии. В этом город получил поддержку мэра. Мы находимся в великолепной старинной ратуше. Гейдельберг – старинный город, но мы хотим, чтобы его жизнь была современной. Ну и, конечно, нам хочется показать пример другим. Борьба с изменением климата – не только государственная задача. Это задача каждого города, каждого гражданина. Один из примеров – новая пожарная часть. Она построена по энергосберегающей технологии, которая требует меньше расходов для обогрева. Такой же подход используют при проектировании частных жилых домов. Мы даже стали проводить фестиваль горожанина, который посетили свыше 10 тысяч человек. Там был представлен проект экологического жилища и другие примеры того, как можно снизить выбросы в атмосферу. Новая конструкция жилища позволяет сократить расход энергии для обогрева в 10 раз. Вертикальная стена пожарной части покрыта панелями солнечных батарей. Их общая площадь 350 квадратных метров. Еще 190 квадратных метров панелей размещены на крыше пожарной части. Эта семья решила применить энергосберегающие технологии в собственном доме. Солнечные панели на крыше нагревают воду. Бойлер, работающий на древесных гранулах вместе с канадской системой обогрева стен, поддерживает в доме тепло. Раньше мы тратили 4500 литров солярки на отопление, теперь используем 3200 килограммов гранул, то есть выбрасываем в атмосферу углекислого газа на 26 тонн меньше. Перенесемся в Дюнкерк, на север Франции. Этот город тоже участвует в общеевропейской программе «Вера». Городские власти и тут возглавили движение за чистый воздух. Директор местного управления энергетики занимается пропагандой энергосберегающих технологий. Каждый горожанин может обратиться к нему за советом. Для наглядности мы используем тепловые изображения зданий Дюнкерка. Почему? Потому что на них отлично видно, где происходят потери тепла. Каждый цвет обозначает различный уровень потерь. Главные утечки тепла происходят через крыши домов. На встречу с энергетиком сегодня пришел владелец отеля в центре Дюнкерка. Он хочет узнать, где происходят главные потери тепла в его здании. Собеседники уточняют адрес отеля, определяют, куда гостиница обращена фасадом. Затем начинается замер потерь. 4 градуса съедает плохая теплоизоляция крыши. Только это в денежном выражении означает пустую потраченные 30% денег, заплаченных за отопление. Я понял, что мы теряем тепло, которое утекает через крышу террасы и из-за обогрева пустующих помещений. Думаю, мы легко исправим положение. Неподалеку от Дюнкерка, в Мало-Лебен, находится другая гостиница, где полгода назад установили солнечные батареи. За опытом пришел владелец. Деньги сравнивают расходы на владелец еще одного отеля. Вот тут две группы солнечных панелей. Хозяева отеля Дюнкерка считают деньги, сравнивают расходы на солнечные батареи с экономией средств от их внедрения.
Распространение передового опыта, укрепление веры в его эффективность – главное содержание проекта «Вера». Всего 3 года назад я поставил новый бойлер. По-твоему, есть мне смысл сейчас ставить солнечные панели? Солнечная энергия станет дополнительным звеном существующей системы. Мы интегрируем ее с действующим обогревом. Пока процесс убеждения продолжается, мы возвращаемся в Гейдельберг. В этом городе решили, что чем раньше начать с экологическим образованием, тем лучше. К этому подключились 20 школ. Хочу поделиться с вами неожиданной радостью. Сегодня мы поговорим о солнечной энергии. Я уверена, что нашим ученикам мало уметь читать, писать и считать. Они должны больше знать об экологии, о связи между энергией и экологией. За примером школьникам даже не надо покидать школьный двор. Идет реконструкция, меняется теплоизоляция стен и оконных рам здания. На фасаде устанавливаются солнечные батареи, говорит отец одной из учениц. Экологические уроки очень полезны. Что-то из узнанного дети применяют дома. Например, говорят нам выключать отопление, когда все уходит из дома, гасить свет в пустых комнатах. Они разделяют мусор на бумагу, стекло и пластик для утилизации. Пригород Гейдельберга. Транспортная компания решила поддержать экологическое движение. Тут организовали переподготовку водителей. Опытный инструктор учит приемам вождения, которые помогают экономить горючее в дальних поездках. Сначала водитель едет в привычной манере, затем после обучения с новыми навыками. Разница в расходе топлива может достигать 25%. Выгодно компании, полезно для природы. Другие транспортные компании хотят перенять наш передовой опыт. Они хотят помочь природе, но также сэкономить средства, а значит и повысить прибыль. Дюнкерк и Гейдельберг показывают позитивный опыт в распространении экологического мышления. Все больше европейцев верят, что на местном уровне можно добиться очень многого для экономии энергии, для сбережения природы. Проект «Вера» работает. При поддержке общей европейской программы «Разумная энергия» опыт 2 городов будет распространен на 100 муниципалитетов в странах Евросоюза. Сейчас свыше 100 городов намерены запустить у себя проект «Вера».